мы с доцентом. А, погоди, Саш, дай-ка мне мешок этот. Мешок, блин. Зачем? А я сюда положу. А чего тебе он тебе мешает? Я не мешаю снимать, блин. Понял. Мешок просто некрасиво. Не потеряешь он? Не знаю, он не утонет. Едем, едем. Мы с доцентом по морям, по волнам. Нынче здесь, завтра там. По морям, 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 морям. Нынче здесь, а завтра там. Вот оно, океан. Море, океан. Ладно, ладно, я потише, потише, да. Да ладно, доплывешь, вот берег рядом, вода теплая. Я не доплыву. Доплывешь. Ты сразу поймешь, что ты умеешь плавать, Саша. Да, до мыса доедем. Вот она волна какая.
большой черный, что ли, да? Нет, это киль было. А? Это киль было все. Киль был еще что-то. Ну да. А что ты, какой черный? Нам ехать и ехать еще. Сколько времени? А? Сколько времени сейчас? Время? Время без 25 час. Сколько едем? А я не помню уже во сколько. Ну нормально. Неужели это киль было все еще? А такие, ну он большой же. Камни смотри впереди. Видишь камни? Нет, не вижу. Они там есть. Там есть. Место тут гиблое. Это зайчик, насколько я понимаю.
Пушки с берега палят, кораблю пристать велят. А где голос, смотри-ка, голос появился. Вот он, сторож появился, видишь? Сторож. А, вот так вот, а ну мы уезжаем тогда. Тогда мы уезжаем. Тебе-то хорошо там, а мы-то сырые все. А там такая волна, обалдеть, мы чуть не перевернулись там вообще на этой, на Ладоге сейчас. Чё? Волна же. Весло! Вот никакой волны, вот нету, вот нету. Смотри, смотри, вот, скажи, вот, чудо, вот не понимает что-то вообще. Вообще, не волна. Не понимает ничего. Вот это волна, ну да, конечно. Не поним, ничего не понимает. Отдать швартовой. Не отдам. Отдать носовой. Да. А, дай руку-то, дай, вас дай, нету дай, того самого. Ты меня еще утащишь. Сюда, наверное, вставай. Сейчас водку будем пить. Туда, прямо давай сейчас, туда. Ой, у нас отвальная, мы сейчас уезжаем уже. Нахер. А лодка, да, лодка меньше тащит. Маленькая лодка, видишь, куда ты сядешь? Слушай, я вчера вечером все-таки выбрался туда. Куда? Стихла волна, правда, поздно. А, к этим, вон, ага. Этим. Ну и чего? Вот, блядь, ну уже темнеет, темнеет. Куда? Да к этим он доехал. Куда? Станции. К лодочникам. А, ты у них поговорил вчера? Да. Ну, да, веревку. Да не наловил ни хрена. А почему так? Подожди, давай не клевалась. Во-первых, приехал поздно, пока волна стихала, я не знаю. Ты отвяжи, отвяжи веревку. А тут нету? Тут нет. А Саша даст нос, дай нос. Саша, дай нос. Ну как я нос? А, вот эту? Веревку, да. Конечно. До центра привязан. А я ужас, я сырой весь. У меня, ты говоришь, нас как волной захлестывает. Извини, волна, значит, вот, вот такой высоты. Игорь, слышишь? Делай вывод, покупай больше лодку. Да он наоборот уже хочет.